У 33 первоуральцев подтвердили коронавирус за выходные дни. Общее количество заболевших в городском округе составляет 10 186 человек. Портал госуслуги предупредил о мошенниках. Злоумышленники предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Для этого присылают код по СМС и просят его назвать. Так они получают доступ к аккаунтам и узнают личные данные. 35 малышей родились в Первоуральском перинатальном центре за прошлую неделю. 20 девочек и 15 мальчиков. Поздравляем счастливых родителей, малышам желаем здоровья. Первоуральцев приглашают на концерт «Достояние республик». Мероприятие пройдет в ИКЦ 20 января в рамках работы виртуального концертного зала Свердловской филармонии. Начало в 19:00. Вход свободный.